Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купинов Плей. Сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Distrant, если я ничего не путаю. Короче говоря, игрушка в стиле другой игрушки, которую мы с вами на канале проходили, но так до конца и не прошли. Я не знаю, почему она была слишком сложная, в итоге я... Это одно из немногих прохождений, по-моему, одно из двух или одно из трех, которые я не допрошел. Нет, даже как она называется, она что-то, по-моему, как-то на L она называется, если я ничего не путаю. Я там уже ходил пиксельный чувачок, и тоже... Он там выживал после апокалипсиса, короче говоря. А эта игра, по-моему, немного хоррор. Здесь очень странное управление в начале в меню. Я долго разбирался, как попасть в опции. Оказывается, вверх-вниз делается на ВСД, а... заходишь под меню, короче, на букву Е. Ну ладно, поехали. Перепишет. Я не начинал, мне похер. Поехали. Это у нас «Давай глянем» будет, потому что игрушка такая своеобразная. Посмотрим, кого-то она по-любому зацепит. Так, моя человечность продажна. И я продал ее. Это очень момент посылать меня куда-то на дикай. Это моя история. И это мои регреты. Так, Холлвей. Ну вот, собственно, наш чувачок. Чё такое? Ага. Excuse me. И... В смысле, извините меня. Я ищу мистера Гудвина. Миссис Гудвин. А, она не здесь. Проваливай. Чёрт, это не то. Ну окей. Здесь он... да, здесь тоже пиксельная игрушка, собственно говоря. Нам нужна миссис Гудвин. Кто не дома? Кто там? Миссис Гудвин? Нет, она живет в следующей двери. Спасибо и пока. Окей, значит, в этой двери живет миссис Гудвин. Я ищу миссис Гудвин. Это правильный адрес? Нет! Вали нахер отсюда! В смысле вали нахер отсюда? Я чувствую какой-то, что она живет здесь. Да, это безошибочно, она должна жить здесь. Я пойду в одну из этих дверей. В смысле? Подожди, а тебя же не пускают сюда. Это пахнет каким-то ротированным вспышкой. Я не должен пить это прямо здесь, в эту дверь. Ну хорош, ладно. Это вроде как хоррор. Как мне объясняли, как мне рассказывали, как я вообще в стиме читал. Это должен быть вроде как-то с элементами хоррора. Что такое? Я просто пришел сюда. Так, подожди, а у тебя еще что-то есть там? О, во, предметы есть. На пробел, нихера себе. Я так понимаю, везде, где есть какое-то действие, везде у нас появляется знак восклицательный над головой. И, собственно, там мы должны что-то подбирать, наверное, чтобы что-то использовать. Но у меня что-то больше нет ничего. Так, он сюда не хочет. Ладно, пойдем попробуем в соседнюю дверь заглянуть. Просто больше вариантов никаких нет. Так, это пахнет каким-то... каким-то пирогом. Это должно быть правильная дверь. Я же сказал тебе, нет, она не здесь живет. Мадам, я знаю, это вы. Позвольте мне войти. Я извиняюсь, заходите, пожалуйста. Ну вот. Это, по-моему, тот же самый человек, только с другой прической и в очках. Здорово, Гудвин. Мадам? Я знаю. Я извиняюсь, мне нужно сделать это, мадам. А ты можешь немножко подождать? Я плачу... И забывать на следующей неделе. А, мы типа играем за от Эльмана, который ходит деньги. А мы отельные рэкет, ёпта. Мы, короче, собираем деньги с бабулек. И я извиняюсь. Я ненавижу это. Но я должен, короче, свою что-то там плату получить. Но куда же я пойду? Это же все, что у меня есть. Я извиняюсь, мадам. Я извиняюсь, но я не могу не плакать. Это же просто какие-то воспоминания. Я понимаю, мадам. О, где же мои манеры? А не хотите ли чашечку чая? Я бы с радостью шлифанул кофейка бы, если это возможно. Ой, конечно. Да, под секундочку, пожалуйста, молодой человек. Окей. Сейчас принесет мне кофейца. Вот так вот, смотри, бабулька отмазывается от платы. Так, мне нужно оглядеться вокруг, пока есть время. Это какой-то каменный стул. У каждой бабки есть такой. Окей. И все, что ли?
Нет, ну у бабки есть такое-то, понятно. А что дальше-то? Больше ничего нет. Он имел в виду, типа, это, выйти куда-нибудь, что ли? Я не могу уйти отсюда. Тогда, когда я хочу. Опа. А это свадебное фото мистера и миссис Гудвин. Сквозь что-то там не могу поверить. О, черт, это должно было сделать это. Он, наверное, имеет в виду, что не может быть, что она так поста... Молодой человек, у вас, по-моему, глюны немного, вам не кажется? Я извиняюсь, дорогой. Я опоздала, и что-то... Я боюсь, у меня нет кофе закончился. Могу я предложить тебе что-нибудь другое? Нет, спасибо, мадам. Слушайте, мне нужно, короче, уходить в конце этого месяца. Я очень реально трусы, извиняюсь, мадам. Ну, ладно, я полагаю, это, короче, что-то мое прощание, что ли? Да, мне нужно идти, мадам. Берегите себя. Подождите секунду, молодой человек. Здесь так темно. Возьмите эту херню, я полагаю, это вам нужно больше, чем кому-нибудь. О, спасибо, мадам. Мне реально нужно идти, берегите себя. Пока, дорогуша. Ага, она мне дала фонарь. Спасибо, Жень. Да ты не плачь, ну ты чё, я ж не приду, и когда будет, тогда и отдашь. Мне лучше сейчас уйти. Ну, пойдем. Давай с фонарем походим, без проблем. Так, и что нам делать? У нас какое задание-то вообще? Ладно. Я так понимаю, надо налить. Подожди, какая-то хрень происходит. У нас какая-то кровь из этих течет. Со стен-то видали, что было? Ничего не произошло. Должно быть отключено электричество. Мне нужно просто убраться отсюда. Это, бляха-муха, 3D. Ты понял? Так, это должна быть плохая идея. Ну, это само собой, идти в дверь, которая только что вывалилась в 2D-шной игры в 3D. Так, апартаменты 213, жилая комната. Ничего интересного здесь нет. Так, вот, Distraint называется игра. Она не сохраняет твой прогресс автоматически. Для использования прогрессов посещай точки сохранения. Окей, я сохранил свой прогресс. Ну хорошо. Это закрыто. Мне нужен ключ. Бляха, да что за это, дурак, что ли, совсем? Ну! Я не включал, я не нажимал кнопку запуска телевизора. Вот дерьмо. Это записка. Что приходит вокруг, ходит вокруг. Нахуй это. Действительно. Так, апартаменты 213, кухня. Нихера не тут здоровые эти апартаменты кругом. Надо прям копия той игры. Вот забыл все, как называется. Так, апартаменты 213, комната. Вот черт, здесь что-то так холодно, что ли? То есть это да? Типа ты не хочешь ничего делать? Здесь что-то в ванне. Давайте-ка посмотрим. Фу, это же холодно. Здесь! Ты нашел ледяной кубик. Это что-то пойдет ко мне в руки. Ага, это я окей, понял. Так, мы можем, значит, выбирать себе этот. Пресс Е. Ага, ясно. Все ясно. Когда у тебя есть активный предмет, нажми, короче, попытку использовать его где-нибудь интерактировать. Попробуй использовать ледяной кубик в ванну. Я положил его обратно. Если ты хочешь искать или проверять объекты на какие-то звуки, открой свой инвентарь и выбери пустой слот. Не понял. Окей. Теперь ты можешь обратно искать, обыскивать ванну. Угу. Так, здесь больше нет ни хера, кроме ледяного кубика. Ясно. Небольшое обученице, так сказать. А это что такое? Я не хочу ссать. Ну, не хочешь, так не хочешь, жалко, что тебя. Ледяной кубик-то приложил он к этому, как его, к паху. Чё это за херня сейчас была? Пусто. Это старый овен. Наверное, имеется в виду старая плита или что-то типа того. Какой-то адский звук, короче, произошел.
И все? Так, ну ему нужен ключ, короче говоря. Хорошо, ладно. Давайте сохранимся. Пойдем, выйдем назад. Я не знаю, что там было. Здесь вроде больше ничего так особо-то нет. Если мы сейчас никуда не пойдем, то нам, получается, придется возвращаться в апартаменты 213. Так, к бабке мы уже зайти не можем, это странно. А мы вообще больше никуда зайти не можем, ты смотри-ка. Ладненько. Ну это такая своеобразная игра. Она вроде как и может доставить немного кирпичности. Какая у тебя охерительная шапка, чувак. Сама по себе, гаучук красный, нихера себе. Освещение какое. Сам по себе, короче, что-то бегает, прыгает. Так, это закрыто. Ладно, понятно. Я не включал. Это какой-то, кто ходит вокруг, тот приходит вокруг. Так, здесь мы пройдем с вами в этот... Здесь пусто. Там мы пройдем в ванную, собственно. А здесь старый овен. А может быть, мы как-то сможем использовать кубик здесь? А... Чего? Он что-то положил его, и сейчас мы ждем. Окей, давайте посмотрим. Я знал это! А! То есть у нас в плите он положил ледяной кубик, который валялся в ванной, и в этом ледяном кубике был ключ. Но это охереть, если честно, это очень сложно. Если, я так понимаю, кто-то начнет ее проходить полностью, он, наверное, с ума сойдет. Тут очень неочевидная загадка, вот лично для меня. Я разблокировал дверь. Апартаменты 213, комната 1. Опять этот звук. Окошко закорожено, забито, заколочено. Пусто. Пусто. Так, какие-то... Здесь много много книг о деньгах. Пусто. А тут что, подожди-ка. Там же видно, что-то есть, чувак. Давай как-то пройдем туда, нет? Здесь что-то есть. Ты нашел книгу ужаса. Нахера? Я оставлю пока что книжку себе. Ладно, мы нашли книгу ужаса, и, скорее всего, нам надо ее использовать там, около телевизора. Или вот здесь вот. Нет, не помогает. Ладно, я так понимаю, что только там ее сейчас логично использовать. Так, я не могу возвратиться назад. Я, короче, какой-то полная книга ужасов. Я положил эту книжку сюда. Так, что это за херня? Другая книжка выпала. Я знал, что надо сюда что-то положить. А что за другая книжка-то? Так, ну-ка. Финансовая книжка. Воу, 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 воу! Тихо, сука, я мастер денег! Я тебя сейчас засыплю монетами, утонешь у меня нахер! Железом обожрешься, кто ты? Ага, так, теперь я положил... Правильно, я положил ее в шкаф. С этими с финансовыми книгами. Я же говорю, там что-то есть! Секретная дверь. Так, комната 3. А где комната 2? Воу-воу-воу-воу! Макдейт, Брутон и Мур. Ч, бляха, за сатанисты тут еще танцуют. Это эти чуваки, у них смотри, как много денег. Это они все книжек обчитались. Сынок! Рад видеть тебя! Рад видеть тебя? Рад видеть тебя. Макдейт, Брутон и Мур. Мы уже слышали, как ты ударил что-то там, Просто отличная работа, сынок. Ты прошел сквозь первое испытание. Рад слышать это, сэры. Что касается мистер Гудвин, я ее видел. Очень хорошо она. Нонсенс. Это несправедливость в законе. Ты должен сделать это прямо сейчас, сынок. Увидимся, когда ты будешь одним из нас. Одним из нас. Одним из нас. Макдейт, Брутон, Мор и Прайс. Ай, мне нравится это слышать. Спасибо, сэры. А теперь ты готов сделать серьезные деньги? Деньги! Деньги! Ну, я полагаю, да. Ты должен только одно имя беспокоиться.
только два больше беспокоят. Чего? Какие-то настройки, имя закона. Я что-то в имени закона, и он в имени закона. И теперь ты должен гарантировать нам партнерство. Я гарантирую! Это дух, сынок. Ты валишь отсюда. Как скажете, пацаны. Как скажете. И это хорошо. Короче, я так понимаю, что это то ли глюк, то ли хозяева отеля, которые здесь работают. И они предлагают нам стать одними из них, то есть богачами великими, короче, законистами или... юристами или что-то типа того. Но чтобы это сделать, надо будет бездушной скотиной и забрать у бабульки ключи, или деньги, или выгнать ее. Как-то так. Я чувствую что-то какую-то херь. Вскоре я получу свое партнерство. Но цена моей человечности, стоит ли оно того, наверное? А вот хер его знает. Ага. Так, я так понимаю, что это какие-то его внешние, внутренние... Ну и внешние, внутренние переживания, которые не дают ему полностью получить партнерство и потерять человечность. Это его голова, наверное, разорвалась от того, когда он забрал у бабки деньги, а он там с подбородка два яйца свисают. Как это здесь оказалось? Это же другая записка. Это слон в комнате. Так, я знаю, кто что сказано. Ядрить твою мать! Натуре слон! Чего? Аварайс! Что такое значит аварайс? Что значит аварайс? Эверайс! Ванити! Ай, ванити! Грит! Что это значит? Уйди нахер от меня, слон, ты дурак, что ли, совсем? Бегом вали давай, человечность! Блях, он сейчас сожрёт, он сжирает, все, он растопает меня сейчас в жопу просто. Он бежит, падла, его видно на заднем фоне. Правда, может быть, очень темно, его не видно, но он бежит за мной. Вон, сраный хобот, его появился на моем красном отражении, отвали от меня, слон, нахер! Но он меня сейчас сожрёт, сейчас так, наверное, положено. И сейчас он проснется. Уже утро? Что это был за день? Я чувствую себя ужасно по поводу... Из-за того, что сделал с миссис Гудвин. Ох, ладно, мне нужно, короче, кофе, чтобы проснуться. Ну, окей. Где у тебя кофеёк? Так, все сортировано. Все отсортировано. Крыша течет. Я счастлив, что сегодня не дождь. Плохие комнаты у меня. Так, мне нужно сначала кофе. Я должен сначала просто, короче, я приду сюда позже. Окей, ушки. Это у тебя такая маленькая квартирка, что ли? За окном, по-моему, туман вообще. Смотри, дождя нет, но есть туман. Ну окей, ладно. Пойдем на кухоньку. Так, комната, дом Прайса, кухня, жилая комната. Все одно и то же, все в одном. Так, пусто, почему? Ага. Сначала кофе. Как скажешь. Но сначала сохранится. Опа. Окей, я сохранился. Так, вот была бы игра, короче, на русском, было бы гораздо интереснее. Мне кажется, она весьма такая интересная игруха-то. Так, кофеек. Окей, мне нужно воду. Я использую кофе-пот, чтобы получить воду. Окей. Опа. Нас учили этому делу. Так, подожди, а где вода? Не может так быть долго, что она отключена. Я так не думаю. Ну окей. Ты что, в толчке хочешь набрать воды? Мне нужен реально кофеин. Никто не нужен знать, как это. Я до сих пор еще что-то маленький ублюдок. Где твое что-то там выскочил, он херу пойми. Возможно, я здесь получу немного воды. Я хочу кофе! По-моему, нет у него воды. Так, и теперь начался дождь. Да ты шутишь? Одно из этих хутор я ненавижу что-то это. Ну я понял, смотри, у нас есть, короче, кофе-пот, так сказать. И этот кофе-пот можно набрать, наверное, дождевой водой. А почему нет-то? Ну вода с этого падает точно, тоже такая же, на. Не уверен, что это гигиенично. Но, бляха-муха, я хочу кофе. Окей, у меня есть вода. Кофе, пожалуйста. И знак рубля почему-то. На достижении с ним. Это же международное обозначение, по-моему, денежного знака рубль, если я ничего не путаю. Именно такой, буква Р и полосочка. Херу прослышно. Наконец-то! Я положил сюда воду.
Окей, мне нужно посмотреть что-то, как кофе готовится. Без проблем, пойдем посмотрим. Я не знаю почему, но мне нравится эта игра. Вот что-то очень сильно нравится. Бляха, ну была бы она на русском. Ладно. Она, конечно, это короче, ладно. Ой, что-то гроза какая-то, я не буду рисковать. Опа. Чувак, это что-то случилось. Так, что это было? Я думаю, это пришло из ванной. И чё? Здесь ничего нет. Может быть, это мое воображение? Кофе должно быть уже готов. Воу! Здорово! Родители приехали, что ли? Что это такое? Здорово. Ты права, дорогуша. Какой сегодня день дождливый. Ох, смотрите, дорогой, это же наш маленький мальчик. Я вижу это, дорогая. Эй, сынок, а ты не думал забрать кофе уже? Да, это же уже пошло что-то весело. Нет, не снова. А ты прав, дорогой, ты выглядишь так половато. Нахер вы сюда... А, я знаю, зачем вы сюда пришли. Мертвы? Конечно, мы мертвы! Что сегодня за сильный день? Но каждый из нас уже однажды ушел. Может быть, ты сошел с ума, слышишь наши слова? Что-то или что-то там воображение какое-то? Я полагаю, нет. Ах, конечно, зачем тебе это здесь? Так, слушай нас, сынок. И давай-ка мы с тобой поговорим. Так, подожди, звуки резонируют. Мы слышали что-то, ага, которое вещи о тебе, дорогой. Да, это правильно. Мы беспокоимся о тебе, я и твой отец. Так ты уже что-то там, сынок? Это не так поздно сделать выбор. Так, подождите, я что-то одна из таких вещей, я что-то сделал. Но выглядит это как будто какие-то апартаменты. Мне просто нужно, короче, собраться с моей жизнью. Мы понимаем, сынок. Но что насчет других людей? Подумай об этом, сынок. И лучше, чем что? Ты лучше, чем они, что ли? Я не знаю. Я работаю очень усиленно. Я вижу миссис Гудвин. Это же правильный адрес. Так, что за херня происходит вообще? Сначала кофе. Кофе пропал! Музыка вообще огонь пошла. Окей. Бляха, музыка такая прикольная. Опа, миссис Гудвин, здорово. Понято. Так, что-то сохраняй спокойствие, что ли. Это только мое воображение играет со мной. Да, это должно быть. Окей, я лучше пойду оденусь. Странная игра, на самом деле. Странная, но одновременно прикольная. Русский язык ей просто обязательно должен быть. Это было вчера, но я полагаю, стоит побеспокоиться. Мне нужно, короче, что-то я хочу сказать что-то по поводу миссис Гудвин. Так, конечно, мистер Тейлор, следующее имя в моем списке. Он живет в лесу, как термит. Он, короче, не того, но он хочет в город переехать, его задача. Он построил, короче, какое-то высокое что-то там. Я поеду к нему, я должен что-то там. Охереть! Ты вообще, вот так нормально, да? Взял, короче, вышел из гостиницы и попёрся с одним фонарем в лес. Ты издеваешься, нет? Не проходить, наверное, не ходить туда. Возьми гриб. Гриб не работает. Не, очень-очень забавная игра, очень прикольная, очень хорошая. Так, эта кабинка должна быть где-то здесь. Она, наверное, что-то наподобие вот Neverending Nightmare, вот что-то типа того. Там еще один хоррор у них скоро должен будет запилиться. Не помню название, мы демку с вами проходили. Но мне кажется, это что-то в духе Neverending Nightmare, серьезно. Только там особо квестов-то не было, и действий было поменьше. Вот та игрушка, которую я вначале говорил, я реально забыл, как она называется. Она более похожа на все это. Но это, мне кажется, интереснее. Почему никто не запилит к ней перевод? Ага, вот она! А может, кто-то уже запилил, не знаю. Я ее в стиме чисто купанул, скачанул. Не особо нигде не парился, по-моему, перевод не искал. Так, это Прайс, я ищу мистера Тейлора. Эй!
Похоже, кто-то игнорирует меня. Никого нет дома или меня игнорируют? Мне нужно с ним поговорить. Пойдем в окно. Да, ну окей. Опа. А, это, короче, склад дров. Он, наверное, в сарае по-любому сидит, да? Закрыто. А вот и он. Бомжара, здорово. Привет. Вы должно быть мистер Тейлор. Да, это я. Мое имя Прайс. Прикольно, что-то вы тут устроились. Пожалуйста, бросьте эту херню и говорите, что тебе надо. Я знаю, почему ты здесь. Херню? Нет, нет, что-то насчет чего-то там. Ты смотришь в город и в здание выше здесь. Мне нужно какие-то люди, новые люди для туризма в город. И больше денег также. Я прав или я ошибаюсь? Ну, как бы... Это, конечно, проблема с твоими людьми. Деньги — это деньги твой король. Где твое спасение или где твое уважение? Это мой дом. Ну, сэр, давайте потише, это был долгий день. Все, конечно, уже подготовлено. И не забывайте, мы что-то очень хорошую вам компенсацию организуем. И если вы согласитесь или что-то там, то это что-то там. Я полагаю, у меня нет опции, бат. Короче говоря, он полагает, что нет выбора, по ходу дела. Здесь, ты пришел ко мне, и я надеюсь, ты счастлив. Я извиняюсь, сэр. Прости, сынок. Я знаю, что мне нужно просто делать свою работу. Сэр, если что-то я должен сделать для этого? Это что-то да. Мне нужно чили здесь где-то снаружи. Давай поговорим в моей кабине. Это ключ, возьми его, я последую за тобой через некоторое время, короткое. И пока ты, короче, там, можешь ли ты сделать костер? Конечно, спасибо, сэр. Так, у меня есть ключ. Около кабинки валяются дрова. Он попросил меня прийти туда в кабинку и сделать пока что костер или разогреть что-то. Так, этот ключ не отсюда. Окей. Ага, я открыл дверь. Так, кабинка, живая комната. Мне нужно сделать огонь. Пойдем сначала дрова принесем. Опа. Так, я взял несколько дров. Ну, погнали. Реально прикольная, забавная игрушка. Прям... Я положил сюда дрова. Поджигай. Так, мне нужно развести огонь. А чем разводят огонь? Жигой. Жигой или с печулями? Так, что такое? Так, кухня. Ну, а кухня по-любому где-то должен быть огонь. Толкан. И ванна. Здесь, короче, пахнет какой-то каким-то говном, и там, короче, ничего внутри нет. Собака, еда и вода. Ничего интересного. Собака, еда и вода? Откуда там собака? Здесь что-то есть. Отлично, спички нашел. Мэтчс. Я думаю, это не сработает. Я что-то заблудился уже. Ни хрена, кабинка! Я, говорит, не пироманьяк. Так, ладно, подожди-ка. Это пахнет ужасно. Так, ладно, у нас все равно время уже к концу подходит. Пойдем сначала огонь хотя бы разведем. Теперь только понять бы, как мы вообще сюда попали. Откуда мы вообще сюда пришли. Ага. Потом надо валить, короче, назад в дверь. Я что-то заблудился, реально. Какой-то нихер себе кабинка, вроде вот такой вот домик. А он огромный, что просто вообще беда. Так, где мои спички? Опа. Отлично. Черт. Эти дрова сырые, может быть. Мне нужно что-то, чтобы полегче было поджигать. Может быть, бумага? Нихера себе, кто-то засверлил. Прям такое чувство, что где-то сзади меня. Я надеюсь, вы не особо будете это слышать. Но это, так сказать, атмосфера, короче, сверления прямо в этом доме. Ну не надо, пожалуйста, сверлить так громко-то. Ну что ж ты делаешь-то, ну садист. Где-то здесь должна быть бумага. Так, подожди-ка. Убери спички.
А, кроссворды, ага. Кроссворды, возьми кроссворды-то. Кроссворды же должны что-то поджигать, правильно? Так, уже наконец-то я нашел хотя бы один конечный проход. Вот здесь. Ага, это корзина полной бумаги. Мне нужно взять немного бумаги. Харар. Да что, где это вообще? Слышишь? Охереть. По-моему, это прямо снизу, прямо подо мной. А мне снизу прям в ногу сверло войдет, отвечаю. Я сейчас буду очень сильно, наверное, орать. Так, ну давай. Отлично. Теперь поджигаем. Опа. Заработало. А вот и мистер пришел. Так, сделал огонь. У меня звук из игры сливается со сверлом. Ну и чё? Да ядрить твою мать. А, вижу, ты сделал огонь. Красавчик, спасибо. Мои... Это так темно здесь, короче. Да, здесь нет электричества. Но давай назад вернемся к теме. Видишь, моя собака исчезла. И вы хотите, чтобы я нашел ее, сэр? Ее. Это было тихо и мистично. Как? А так, короче, она была здесь, когда я пошел в кровать прошлой ночью. И как далеко я проснулся, открыл дверь, что-то не мог открыть дверь. И тогда она исчезла в какой-то сломанный вниз. Хм, это должно быть снаружи. Я так думаю, но я не смог найти ее нигде. Если ты найдешь ее, я помогу тебе. Ну окей, по рукам, сэр. Я начинаю свое расследование. Удачи, сынок. Вот так вот. Собственно, пропала... Да иди ты как громко. Пропала собака, живущая в этой кабне. Как там поется. А, вот такая вот местами странная, но вроде как прикольная и интересная игра. Выполнена в очень простецком стиле. Я не знаю, это в эпохе 2D-шных игр какая-то, я не знаю, ностальгия по-старому. Очень прикольно все это смотрится. Но очень сильно не хватает ей перевода. Ну, конечно, язык-то здесь особо не сломаешь. Вроде как все понимается. Как тут чего, за чего надо. Но я так, для без знания английского не, вообще, в принципе, играть нельзя. Давайте на этом закончим. Если кому-то понравилось, в Steam она, собственно, есть. Я не знаю, если перевод, если кто-то подзапарится, может, кто-то переведет или найдет, а вам будет еще проще играть. А ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих играх, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.